Завершились состязания юных журналистов. В Иванове состоялся межрегиональный форум школьных СМИ «Медиашкола-2016». Он проходил 2 дня. Первые ребята провели в городе Фурманов, где корреспонденты школьных газет и видеостудий поучаствовали в мастер-классах. А затем приступили к созданию конкурсных материалов по одной общей теме «Обыкновенное чудо на улицах Фурманова». Это был мой дебют, и мне понравилось, и журналистикой я буду заниматься в дальнейшем. Так как я была на таком мероприятии впервые для себя, то мне это показалось очень интересным и очень увлекательным. Сам процесс вот съемки, саму так вот, как мы везде ходили, что-то снимали, вот даже на, как скажем, мини-мастер-классе тоже интересно послушать было. И потом, как мы там, я озвучивала вот это, там, смотрела, как монтируют, это все очень интересно. В конкурсе приняли участие 35 редколлегий из Иванова, Родников, Кинеш. Мы приехали ребята из Москвы. В рамках форума для них провели пресс-конференцию с Анной Кукушкиной, членом сборной страны по легкой атлетике. Общаясь со спортсменкой на тему «Как стать чемпионом», юные корреспонденты оттачивали мастерство задавать вопросы. Ведь многие ребята не исключают, что свою судьбу свяжут с журналистикой, и тогда все эти знания им пригодятся. Мне вообще нравится снимать, монтировать. Я даже думаю связать с этим свою жизнь. Я чувствую, что это именно мое, и этим я хочу заниматься. Конкурсные материалы жюри оценивало всю ночь. Баллы детским работам выставляли профессиональные журналисты, в том числе и редакторы ивановских СМИ. Работы получились очень разнообразными, несмотря на то, что тема была всего одна. Каждый год бывает. Что-то радует, что-то огорчает. Но, конечно, все это не бесполезно. И если каждый год приезжают сюда люди и есть о чем поговорить, значит, все это куда-то двигается. Хотя, конечно, проблем со школьной журналистикой достаточно, именно потому, что учителям, руководящим вот этой работы, не достает просто журналистских знаний. Вот, собственно, мы этим и занимаемся. Сказать, что большой рывок, не скажешь, но что это дело загибается, тоже неправда. В этом году межрегиональный форум школьных СМИ «Медиашкола» отметил свой 10-летний юбилей. За это время интерес к конкурсу не угас. Наоборот, каждый год к нему присоединяются новые участники, чтобы помериться силой слова. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.